Hey you guys, с вами Шимики, и это второе видео по Бандикаму. И здесь сейчас мы с вами разберем всякие там основы и как настраивать. В первое, да, вот основное. Здесь мы с вами настраиваем типа вот путь, да, допустим, папку, которую вы хотите сохранить. Допустим, у меня вот я сохранил, да, вот, типа надеюсь, где все такое, куда нам будет не сохраняться. Также у вас все останется вот так же, как и сейчас у меня. Между основами и видео, да, типа в игровом режиме, есть FPS. В FPS у вас будет только стоять одна галочка. Ставите там сверху галочку, у вас там будет так только галочка. Ставите сверху галочку, там будет F9 у вас. Так ее оставляйте. Это, чтобы этот, когда вы, допустим, показывал вот FPS, да, сверху, вы нажимаете F9, допустим, и оно просто меняется, типа, здесь сбоку бы показывал, тут FPS, ну, типа, меняйте местами, либо вообще-то можно убрать. Также там есть, типа, это даже тут. Хорошо, дальше вот у нас видео с вами идет. Вот у вас стоит только здесь галочка. Ставите паузу и показывайте курсор. Объясняю, старт и стоп, это то есть начало записи и конец записи. Я у меня, допустим, на number плюсик. Пауза, это, допустим, вот как я, вот вы смотрели в первой серии, да, там, типа, чтобы вы не ждали загрузки долго, как я просто приостановил ее, да и все. А показывать курсор, это, то есть вот сейчас вы видите, да, вот на экране, все такое. Если я просто ее нажму, вы просто бы ничего не понимали, куда нажимаю, все такое. Поэтому лучше оставьте ее. Эффекты щелчка мыши, это то есть вы нажимаете, да, там, и там кружочек какой-то появляется, типа такой разводик такой, блин. Здесь, так, настройки, здесь, в принципе, вот, звук настраиваем с вами. У вас будет стоять вот просто отключено, рекомендуется. Вы ставите на микрофон, допустим, вот, у меня микрофон. Вы используете там, допустим, какое-то другое, да, устройство для общения. И берете ее, ставите. Здесь у вас будет, короче, стоять галочка, ее лучше убрать. Ну, это с моей точки зрения, потому что вот общая звуковая дорожка, допустим, вот вы снимаете, допустим, геймплей, да? У вас ваш голос и голосы, ну как бы, звуки игры, да, там выстрелы, все такое, будут находиться на одной, как бы, дорожке. И есть такая херь, как непопадание, ну как ваш голос будет очень слабо слышно по отношению к игре. Поэтому лучше убирайте, тогда у вас будет две дорожки, вы сможете легко сбалансировать себе, чтобы было игру слышно, и вас, конечно же, слышно. И также идет такая же проблемка, как авторское право. Допустим, вот музыка, да, авторских прав. Если ее услышали, да, там, допустим, видео, YouTube ее быстро блэм, забанил и все. И как бы ваш голос тоже накрывается. А так у вас будет типа двойная дорожка и все такое. Так, веб-камер, ну, типа, добавить видеокамер, да, типа, у вас будет вот здесь сбоку ваша, ну, как, иконка, вот это, типа, с видеокамеры, записи те. Вы выбираете вот позицию, куда вы хотите, размеры, ну, это потом, если вам это нужно будет, разберетесь как-то. Так, логотип, ну, это просто как надпись какая-то будет у вас постоянно, да и все. Эффекты, это щелчка мыши, это о чем я говорил, типа, разводики такие будут, типа, кружочки или типа того. Разного цвета можно. Вот опции. Самое важное. Смотрите. У вас здесь будет для игрового режима пропустить запись в момент тогда, когда кадр не обновляется. Уберите эту галочку. Она вам вообще не нужна. Объясняю почему. Смотрите. Вот мы, да, в дальнейшем. Где? Видео, по-моему. Так, видео. Вот. Вот настройки формата, да, вот когда уже формат идет. У нас здесь вот, допустим, FPS, да, вот. У вас будет стоять 30, мы ставим на 60, советую. Если у вас, конечно, пока мощный, то ставьте 120. Допустим, вот у вас присел немного FPS, да, и показывают вместо 60 или вообще чего-то там. Ну, просто пропали несколько кадров. И та фигня, она как бы убирает вот этот отрезочек видео, и тогда ваша как бы... Вот голос, да, не будет совпадать с видео, допустим, вы выстрелили, да, вы сказали там что-то или сделали, но видео это отображается позже, то есть идет рассинхрон звука с видео. Так, вот формат файла у вас будет AVI, ее так и оставляйте, потому что если вдруг вы захотите, вот, допустим, Vegas Pro, да, там помонтировать, все такое, то оно не найдет, ну, как бы не найдет MP4, а вот AVI найдет. Видео берете полный размер, у вас как стоит, так и стоит. Вот кодекс.
у вас будет стоять X-вида. Вы ставите RPG-1. Качество 80. Я рекомендую так и оставить. Если у вас, как я говорю, мощный ПК, ставите 90, 100. Меньше 80 я не советую. Картинка будет, ну, такой плохой. Так, и здесь вот где FPS, да, у вас вот есть такая вот три точечки. Вот, у вас будет написано VFR. Вы нажимаете KFR. Вот, допустим, постоянная частота кадров. Подает обратно на AVR, типа, если производительность котировки не является достаточно хорошей. Но это может повлиять очень сильно на рассинхрон, на то, что я и говорил. По кодексу у вас будет стоять MPEG-1L2. Ставьте на PKS. И стерео, и частота оставляйте так же, как у вас и было. Изображение. Захват горячей клавиши, можете любую взять клавишу себе, поставьте галочку на ней. Если она у вас стоит, то оставьте как есть. Это отвечает как бы за скриншот. Ну и все, и ставите просто JPG высокое качество. Это так сильно не повлияет на ваши FPS и все такое. Ну и в результатике, типа, видео, какие вы уже снимали, все такое, типа, ваша история. А это программы, вот, допустим, Bandicam у меня сейчас 3.04, типа, 2016 года. Ну все, в принципе, на этом настройки закончились. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, если я вам помог. Всем удачи и пока.